сейчас отправляемся на остров Мурана. Хотим попасть на фабрику стеклянную, где выдувают стекло Мурана. Бесплатное туда везут, что самое интересное. И на фабрику бесплатно. Я не знаю, в чем цимусы, главное, мы одни в лодке. Вот что самое интересное. Ну, это хорошо. Такие наши планы. Я думаю, путешествие будет интересное. Капитан нас ведет на лодочке. Волны какие. Жаль, что какая-то лодка закрыта, ничего не видно. Мы приехали на фабрику. Now, where do you living now? Калифорния. So this is all of Ecuador. California, Palm Desert. That's a box shipping to whole country, you know? Nice. Mm-hmm. Is it your first time here? Yes. First time? First time. And how many days you stay in Venice? How long? Three. 3 days? 3 days. Okay. So this is a California. Mm-hmm. Мы пришли на фабрику, где выдувают стекло. И сейчас будем смотреть. Mm-hmm. Сейчас будут выдувать, вот стекло готовят. Но похоже не видно будет. Надо взять телефон, приблизить. Температура 5000 градусов. Вот мужчина снова нагрел. Сейчас будут показывать нам, как выдувать стекло. Он его окунают в разные цветные. Скатка тает. Посмотрите. Используют разную мозаику. Медленно будет дуть. Смотрите. Потихонечку дует. Ну да, что-то сделал другое, а теперь еще стакан делает. В общем, непонятно, что-то делает. Вот получается, смотри, я уже вижу, что получится. Да, мы уже тоже видим. Кладет бумажку, и бумажка сразу загорается, так горячо. Вот мужчина тоже делает что-то интересное. Здесь они, я смотрю, стаканы делают, а вазы, стаканы вот типа этого. А я была на фабрике, не помню уже где, там выдували лошадок, игрушки всякие, так было интересно, вот действительно он дул. Сейчас будут делать самое интересное, оранжевую лошадь. Это мне больше любопытно, как они будут ее делать. Вы такую лошадку нам сделали красивую. Я поснимаю, какие вазы тут. Здесь можно выбрать какой-то сувенир для себя. There are so many rooms to look at. There are so centerpiece, sculpture pieces, vases. There are so many. Mm-hmm. Even that's the new collection on the glass pieces, silver, gold. Очень красивые вазы. Oh, in case you love something nice, of course it's possible to carry sometimes, or we ship. We ship it all over. You saw the boxes in the States, and we disappear. Смотрите. Не, интересно, мне понравилось. No, you can ask, or you can ask me. If you want more information, or everywhere else, all the pieces you price, don't forget, when you take off the taxi. И вот новая комната. Комната.
тоже с вазами. The time is around a week and it costs 6,750. You have a 4% of less. Ангел. So for example, just to give you a final idea, sometimes you find something nice for 3,900. You pay that one, you don't pay anything else for the ship. I love those. Здорово. О, какой клоун тут стоит. Обратим внимание на него. Стекло. Женщину подвесили. Кофейный сервиз какой. Эта люстра стоит 87 тысяч евро. Это люстра. Это люстра стоит 30 тысяч. Какие тут лица. Это вот украшения всякие для женщин. Бусы из стекла Мурано. Купили виноградик маленький с фабрики. Такой вид он имеет, очень симпатично смотрится. Сейчас решили съездить еще на остров Бурана. Да, попустите. Не, ни в коем случае. Подходим вот к каналу. Где-то здесь сказали, можно найти, куда отправляются катера на Бурана. Здесь же всякие сувенирные лавки с тем же самым стеклом. Не обязательно брать на фабрике. Здесь даже вот новогодние украшения из стекла Мурано. Народ стоит, ждет транспорта. Нам надо билеты где-то взять. В другую сторону. В другую сторону? А нам тогда дальше надо пройти, да? На фабрике довольно крупные вещи продают, и они очень дорогие. А вот если сюда выйти на канал, здесь сувенирные лавки с более мелкими фигурками, которые можно выбрать. Я думаю, лучше здесь покупать, чем на фабрике. А на фабрике просто посмотреть. Мы хотим сейчас найти, где отправляется катер на Бурана. По-моему, нам надо вон до того моста идти, через него переходить. И назад, да? Назад разве? Ну, да, вот в том направлении он сказал. Угу. Ну, конечно, здесь жизнь какая-то необычная, мы не привыкли к такому, да? Жить на каналах, иметь лодки, передвигаться на катерах, лодках. Ну, а так вообще все равно интересно.
Вот даже кафе оформлено шарами из стекла Мурана. Ну, чтоб соответствовать названию острова, тоже видите, как красиво оформили кафешку. Здесь идет реставрационные работы, башню закрыли, а мостик такой интересненький. Сейчас мы на нем сфотографируемся. Да, Леша? Смотри, какой мостик. Сейчас здесь сфоткаемся с таким прекрасным видом на канал. Приятная кафешечка на берегу. Посидеть. О, какая тут скульптура. Кто тут изображен? Я что-то не пойму. Сейчас подойду поближе. Не зря мы приехали на остров Мурана. Мне понравилось и на фабрике, и сам остров тоже так приятно по нему походить. До острова Мурана 8 километров, да? Вот музей. Здесь как-то более спокойно, чем в этом Венеции. На площади Сан-Марко. Нам нужно найти нашу станцию. Откуда мы отправимся на Бурана? Заодно поснимаем этот остров. После толкучки на площади Сан-Марко мы здесь прям себя чувствуем одиноким. Народу очень мало. Нам вот, по-моему, через тот мост куда-то идти. Вон как балкончики хорошо украшены. Обратите внимание, подъехала лодочка, тут продаются овощи разные. Ну, хорошо, торговля кипит. Какие безешные печенечки. Печенье, рожицы. Домики так симпатично украшены цветочками, эти балкончики. Очень хорошо. Мурана большой. Сейчас нам, наверное, сюда надо идти. На острове Мурана не одна Glass Factory. Вот еще одна. Мазега Glass Factory. Это, наверное, маяк или колокольня. Также везде кафешечки, ресторанчики, где можно посидеть. Да, только вот используют они действительно посуду из стекла Мурана. И народу не так много, толп нет. Мне очень понравился этот остров. Хорошо, что мы приехали сюда. Очень приятный скверик. И прохладно, кстати, немножко. Вот как только заходишь в тень, сразу ветерок, бельишко сухнет у людей. Девушка играет на стаканах.
А этот тутовник растет, но его уже весь ободрали, спелый снизу. А этот еще не созрел. А жаль, мы бы поели его. Это еще одна фабрика. Выдувают стекло. И здесь вот торгуют им. Тут ресторан. А мы ищем нашу пристань. Вот наша пристань. Мы ее наконец-то нашли, дошли. Здесь приобретем билеты и поедем на остров Бурана. Туристы активно посещают этот остров. Я смотрю уже, какая очередь. Мы только что подошли. Грузимся на катер, поедем на Бурана. Посмотрим Бурана. Бурана, Трапорти, Пунта Сабиони. Этот остров заселился в 6 веке по той же причине, что и Венецианские лагуны, когда жители провинции Римской империи бежали от нашествия варваров. О, остров Бурана встречает нас с обнаженными женщинами. Тут же водичка, я смотрю, есть, можно холодненькую набрать. Парк, смотрю, сидят. Люди пожилые отдыхают. Сразу сувениры здесь продают. Кафешечки, бары, рестораны. Туристы, как всегда. И интересен этот городок тем, что он имеет такие яркие красочные домики. Говорят, очень поднимает настроение. Вот такие яркие, красочные дома поднимают настроение людям. Здесь ценится это вот остров Бурана своими кружевами, которые здесь плетут. Наверное, и зонтики тут вот такие делают, смотрите, симпатичные. Сувенирные лавки. И вот мы видим кружево здесь плетеное. Мороженое тут продают, смотри, разное. Hello. Пирожное. Нету?
Мы туда пройдемся, посмотрим. Смотри, торговля бойкая идет. И еще ценится этот остров. Вот этой вот башней. Мы к ней сейчас подойдем. Это падающая башня. Так же, как в Пизе. Не залазит? Не знаю. У меня желания нет, конечно, на нее залазить. Но подойти к ней, посмотреть, это интересно. Ну вот она впереди. Каждый домик ведь имеет яркую окраску. Довольно-таки, ну, празднично, конечно, смотрится. Яркие краски. Это цвет юга. Люди на югах всегда любят яркий, красочный цвет. Я так понимаю, что мы идем по улице Мадонна. Здесь какие интересные камыши поставлены. Симпатичные. Этот остров находится приблизительно в 10 километров от Венеции. Ну, легко до него добраться с помощью катеров, которые ходят сюда. Билет 9,50 стоит. Ну вот сейчас подойдем к той вот падающей колокольне. Вот оттуда мы пришли. Сейчас подойдем к церкви, которая называется Церковь Сан-Мартино Бурана. Можно было бы, конечно, здесь тарелочку купить, но нет тарелочек. Не продают. Вышли на какую-то площадь торговую. Мы идем вот сюда. И вот здесь вот тоже, я смотрю, кружево. Наверное, местное кружево. Продают. И вот это падающая колокольня. Тут сохнет белье и растет гранат, смотрите. Гранат уже скоро спеть будет. Вот. Так она ровно смотрится. Ну, пойдем с другой стороны зайдем. Да, непонятно, как в нее попадать. И можно ли вообще в нее попасть. Высота башни 53 метра. Ее видно довольно издалека. Попасть мы туда не можем. А жаль. Ну, вот она тоже заваливается, видно здесь. Она не раскрученная. Это тебе не Пиза. Ничего не держит. Да. И зонтики. Смотрите, какая прелесть. Это вот сделано, наверное, из этих кружев на острове Бурана. Тут интересный. В центре стоит памятник. Флагшток здесь, наверное, поднимают, знамя, но церковь не функционирует. Жаль, конечно, что мы туда попасть не можем. Ну, отсюда прекрасно видно ее. Я думаю, это центральная площадь острова Бурана. Thank you.
más. Ой, какое мороженое красивое оформили. Ну, туристов тоже здесь немало. Это флаги Венеции висят. Ну, это, я думаю, центральная улица. Так ведь? Это вот не мороженое здесь. Ну давай сходим туда. Солнце. Да, там эти все заняты уже не в солнце. Не на солнце что. О, давай тарелки зайдем посмотрим. Домик веселенький. Воды так прохлада тянет. Вот здесь надо посидеть. Я думаю, здесь выбрал лебеди. Смотри, Леш. Лебеди плавают. Какая красота. Какая красота. Сели за столик. Тут только что плавали лебеди. Я их успела сфотографировать, но они уже уплыли. Жалко. Что-нибудь поесть. Вот взяли бутерброды и кофе себе взяли, уже напитки. Брушеты называются, или как по-ихнему эти бутерброды. Ну, короче, вот. Приятного аппетита. С таким видом хорошим. Сидеть одно удовольствие. Голуби, видите, какие наглючие здесь. Вот сел на наш столик и ждет, когда мы его накормим. Вот. Туристы катаются. Я так понимаю, что мы программу минимум сделали. Бурана посмотрели, посидели здесь, посмотрели церквушку. Ну, погуляли немного. Теперь надо уже возвращаться на большой остров, а там и на поезд. Смотрите, как красиво тут цветут цветы. Сейчас я, Леша, сниму разнотравье это. Замечательно. Невеста. Лаванда. Живые цветы. На подоконниках стоят. Некоторые двери украшают вот так специально. Нет, ну то, что не красятся и домики так ярко, это прекрасно. И цветы украшают подоконники живыми цветочками. Тоже хорошо. А вот глициния цветет, тоже замечательно. Нависает. Глициния. Тихая, спокойная. Бытовая жизнь.
Ну, вы вышли на пристань уже. Пойдем. Он уже все уезжает. Закрывался, закрылся. Не знаю. Нам нужно все. Пошли на все. Сейчас уже поедем на большой остров. Пришли на пристань. Возвращаемся. Я снимаю виды острова. Это остров Мурана. Вот где-то здесь мы приехали сюда. Ой, как хорошо. Можно на тебя облокотиться? Бай-бай, Мурана! Приехали. Вот так стекает шоколад и в этом. В Лас-Вегасе, только там более мощные размеры, но здесь тоже интересно. Давай. О! Гасет. Black tea, green tea or foam? For me, black. Thank you. А мы их не снимаем. Откуда вы? Откуда вы? Люди. Народу. Тут ресторан. Рынка не вижу. Разве там рынок? Ага. Сфотографируем с этого ракурса мост. О, Венеция, город влюблённый, и под лунного мира венец. Ярче тысячи солнц раскалённых, здесь горение юных сердец. Муж запил место гондольера. Здесь не... О, рыночек работает. Ну, там продуктовый по 12, а потом, видимо,
Ну, пойдем, зайдем. Вон кто сидит на балконе, смотри. Да. Любуется. На солнце здесь он поднялся. А так он был бы как бы самый комфортабельный человек. Да. Что и чем здесь торгуют на рынке? Тут клубника, сушеные помидоры, клубника. Buongiorno. How much is this one? This is 90 rupees. 450 кило. It's sweet? Yes, ma'am. Идем на вокзал. У меня, кстати, осталось записи 13 минут на ленте. Театр Италия. Совершенно другой район. Балкончики такие цветочками увешаны. Все новые места открываешь, гуляя по Венеции. Интересно. Совершенно другой мост. Это наш первый мост. Нам через него приходить? Ну, слава богу. Вот вокзал, куда мы идем. Все. На этом я буду заканчивать свое видео. До новых встреч!